И вновь к футболу. Несмотря на беспорядки, устроенные болельщиками «Спартака», матч с «Шинником» все-таки был доигран. Подопечные Александра Побегалова откатали первый тайм с гостями на нулевую ничью, не уступив им в тактике. Достаточно сказать, что топ-клуб премьер-лиги за первые 45 минут встречи нанес лишь один удар в створ ворот голкипера «Шинника» Яшина. Феноменальный показатель пассивности атаки гостей. Во втором тайме на поле был практически тот же футбол. После фола Белоусова арбитр назначил пенальти в ворота «Шинника». Его забил спартаковец Камбаров. Мяч казался единственным в игре. «Шинник» так и не смог забить и в итоге вылетел из розыгрыша Кубка России.